Когда-то в России и правда жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу и выбрало Пепси. Но мы, лежа летом на морском берегу, уже подолгу глядели на безоблачный синий горизонт, пили теплую пепсиколу, разлитую в стеклянные бутылки в городе Новороссийске, и мечтали о том, что когда-нибудь далекий запрещенный мир с той стороны моря войдет в нашу жизнь. Деньги давай. Алло? Пишешь? У наших ушки на макушке дисконт на гараже ракушки. Привет, мальчишник! Сюда скоро повалят товары с запада. А вместе с ними хлынет волна рекламы. Значит, ее надо будет срочно адаптировать. Под совковую ментальность. Именно. Я в весеннем лесу пил березовый спрайт. Но это ничего. Презервативы есть? Дюрекс, Ягуар в мире гондонов. Вова, ты что ли? Сейчас, Вова, особое время. Такого раньше никогда не было и никогда больше не будет. Лихорадка. Процесс пошел. Уборг дает нам пиво, ДТР дает нам машины. Нам нужно только ездить и пить. За куда мы едем? Я его привел. У кого пистоли, у кого дубины христовые? Надо один очень важный вопрос решить. Ты хоть во что-нибудь веришь? Мы же агитаторы и пропагандисты. Не бери в голову. А что делать-то? Они нам что, свои деньги отдают ради того, чтобы мы их компрометировали? Значит, кто-то в этом заинтересован? Настоящая мафия — это вот как раз те, кто у джойстика сидят там. 5 человек. Манипулируют нами. Мир – это место, где бизнес встречает деньги. Что дальше? Политические взгляды. Написано «Юпер Лефт». Не понимаю, блядь, скоро вообще все по-английски будет.